18 мая глава города Андрей Шубин совместно со специалистами администрации, лесничества, пошнадзора, экологии, коммунальных служб и представителями правоохранительных органов провел рейд по территории садоводческого товарищества «Десна», чтобы на месте оценить экологическое состояние прибрежной зоны, наличие несанкционированных свалок, исполнение правил и норм сбора и утилизации мусора на дачной территории. На встречу с главой пришли десятки садоводов. Они хотели лично услышать ответы на их вопросы и предложения. Андрей Николаевич построил беседу в ключе конструктивного диалога. И оказалось, что навстречу пришли не равнодушные люди, а те, кто ищет у администрации города поддержку в наведении порядка на дачной территории. Садоводы попросили Андрея Шубина содействовать в проведении экологического субботника и помочь очистить стихийные свалки. Андрей Николаевич заверил, что всегда идет навстречу таким инициативам. Мы со своей стороны выделяем технику, то есть погрузить транспорт, то есть это вывоз и утилизация мусора. То есть муниципалитет это возьмет все на себя, совместно с советом руководителя. Потому что мы общались и с Лубенским Павлом Алексеевичем на эту тему, он, соответственно, тоже поддержал это направление. Проблему только можно решить сообща. Абсолютно правильно. Следующий вопрос. Значит, то, что вот в начале нашей беседы я затронул тему субботника всенародного нашего, по вашему собственному товариществу. Значит, я от вас со своими помощниками жду конкретную дату, когда вы соберетесь. Комиссия в сопровождении садоводов прошла по всей территории товарищества, отметила все нарушения экологии водоема и сбора мусора. Члены садоводческого товарищества «Десна» отметили, что впервые столкнулись с таким вниманием к их проблемам со стороны городской власти. Очень радует, что так администрация внимательно и серьезно отнеслась к нашим, значит, проблемам нашего товарищества. Собственно, не только наши проблемы, это проблемы всего города. Ну вот мы со стороны своих, значит, членов товарищества пообещали и постараемся работать вместе с администрацией. В июне будет намечена дата проведения общего экологического субботника членов садоводческого товарищества «Десна».